завершилась вторая школа блогеров. И сейчас мы посмотрим, как отдыхали наши победители в Ницце. Блогеров. Мы на яхте в Средиземном море. И сегодня мы узнаем у наших победительниц, что же эта победа значит для них. Спасибо всем, кто поддерживал нас. Кто пишет нам в директ и поздравляет. Спасибо, это очень приятно. Мы призываем всех. Участвуйте, вы обязательно победите. Я запомню это на всю жизнь, потому что именно здесь я отметила свой 26-й день рождения. Спасибо, Avon Россия. Девчонки, присоединяйтесь. Мечты осуществимы. Нужно быть сильным, нужно верить в себя, нужно верить в удачу, нужно действовать, нужно всегда участвовать, идти до последнего. Вот тогда у вас точно все получится. Во Франции. Это здорово, это моя победа во втором сезоне школы блогеров от Avon. И я уверена, что победить может каждый. Для того, чтобы победить, нужно хотя бы участвовать. Так же, как и в лотерее. Чтобы выиграть, нужно купить лотерейный билет. I'm dangerous.
вторая школа блогеров. Позади розовый парус. Участвуйте в конкурсе «Хотэйвен Россия», а мы говорим вам пока-пока!